В Одинцовском округе задержаны подозреваемые в совершении серии краж. Злоумышленники в ночное время взламывали входные двери торговых павильонов и похищали табачную продукцию, а также изделия, предназначенные для курения. Похищенный товар поставляли в различные торговые точки. Оперативникам удалось задержать троих подозреваемых. Все они жители московского региона. Двое ранее судимы. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.